Детские праздники всегда отличный повод погулять, повеселиться и поучаствовать в конкурсах. А Международный день защиты детей среди них главный по масштабу и торжество. Мальчишки и девчонки знают об этом не понаслышке. На днях они посетили увлекательное мероприятие в парке отдыха города Видное и получили массу положительных эмоций. Продолжение темы в нашем сюжете. Мелом по асфальту, и вот получилась цветная поляна с яркой палитрой красок. Так юные художники рассказывали свои истории, участвуя в конкурсе рисунка на тему «Лето». Ребятишки в возрасте от 3 до 15 лет колдовали цветными мелками, чтобы передать солнечное настроение. Этот конкурс привлекает тем, что можно рисовать все, что хочешь, и лето, весну. А ты что нарисовала? Я нарисовала пейзаж, цветы, бабочки, птицы и солнце. Среди претендентов на приз не только малыши, но и ребята постарше. Для них рисовать мелками – особая романтика. Так и девочка Люба каждый год в числе конкурсантов. Очень приятно почувствовать себя ребенком и порисовать с другими детьми, помочь им в чем-нибудь. Я рисую лето. Солнышко, пляж, девочка, озеро. Все художники очень старались. Это заметили и жюри конкурса, которые оценивали работы. Было непросто выделить из множества картин самые примечательные, но все же победители определили во всех номинациях. Спустя некоторое время на сцене летней эстрады в парке отдыха города Видное глава Ленинского района Сергей Кошман поздравил всех с Международным днем защиты детей и вручил награды юным дарованиям – пазлы, куклы, мягкие игрушки и настольные игры. Ваши аплодисменты за первое место! Продолжением праздника стала игровая программа «Я, ты, он, она. Вместе дружная страна». Мальчишки и девчонки с увлечением следили за сказочными героями. Чебурашка, крокодил Гена, старуха Шипокляк загадывали загадки, рассказывали веселые истории. Отличный праздник, детям нравится. Танцы, музыка, веселье. Фотовыставка на детскую тему, катание на аттракционах, лакомства, развлечения. Вот сколько поводов для радости. Да к тому же лето – любимая пора детворы. Это потому что цветы, солнце, бабочки, ставка. Летом мне нравится бегать, прыгать, солнце, загораешь. И взрослые, и дети наслаждались прекрасным теплым солнечным днем и гостеприимством парка культуры. Я считаю, это замечательный праздник. Спасибо администрации нашего района, что организовала его. Вообще здорово, когда дети веселятся, бегают, прыгают. День защиты детей – не только повод для развлечения, но также и напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Конечно, бы хотелось... Вот уж, коль скоро праздник-то, День защиты детей, обратить внимание всех наших взрослых, всех, от кого зависит счастливое детство, что детство должно быть надежно защищено. Должны быть защищены права ребенка на счастье, на радость, на образование, на развитие. А, конечно, все в наших руках, в руках взрослых. И мы сделаем все, чтобы и наши дети в Ленинском районе, и в Московской области были счастливы. В этот день все прекрасно. Ласкающий слух музыкальные трели, детский смех, забавы и маленькие чудеса. Это ощущение праздника, безусловно, самое всеохватывающее. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.